Станица Северская продолжает облагораживание территории нового сквера «Солнечный». Его строительство началось в 2021 году и стало настоящим подарком для жителей густонаселенного квартала. На месте бывшего пустыря появились пешеходные дорожки и скамейки, зеленое насаждение. Теперь в сквере есть детская игровая и спортивная площадка. У детей близлежащих домов появилось больше пространства для игр. Установлены качели, горки, балансир. Для занятий спортом есть шведская стенка и тренажеры. Сквер «Солнечный» благоустроен в рамках программы «Комфортная городская среда».